Так, какой же результат инкубации нашей 2024? Было всего в начале 69 яиц, 13 неоплодотворенных. Вчера мы уже забирали цыпляточек в бродер, носили несколько раз. Это вот те, кто за ночь еще вывелся. Белые, полосатые, цветные, всякие разные цыплятки. Слава Богу. Ну, этих отнесем. До обеда подождем. Вот еще есть проклюнутые 3 яйца, кажется. Нет, больше проклюнутых. Ну, кто, в общем, до обеда выведется, тот и молодец. Итак, принесли наших цыплят уже в брудер. Прошло, наверное, пару дней. Ох, смотрим, что тут у нас. О, подсохли все разного цвета. Там черные какие-то, полосатые вон. Кого только нету. И чего только нету. Вот. Греются. Где-то получается 45 несушек, ну, цыплят. Вот этих получилось, вывелось. Вот. Слава Богу, это, я считаю, хороший вывод. 60 яиц. Ну все, сейчас им тепло, хорошо здесь. Они уже все сохнут, пьют водичку, корм едят. Все, потом начнем им травку давать в ближайшее время. Еще какими-нибудь вкусняшками подкармливать. Вот, ну, понятное дело, тут будет естественный отбор. Может быть, кто-то хиленький какой-то, кто-нибудь загнется, кто-нибудь еще что-нибудь. Это нормально абсолютно. Вот, а пока... Пока все, слава Богу. Так что это было бы невозможно, на самом деле, если бы не было инкубатора. Ну вот, слава Богу, у нас был. По первости, мы прям занимались выводом цыплят породистых. Адлерско-серебристая у нас была порода основная. Вот. Ну а сейчас мы уже как бы так, для себя, можно сказать, вывели. Вот. Ну все. Потом посмотрим, какие там получатся петушки, какие курочки. Соотношение тоже какое. Ну, типа, всегда говорят, 50 на 50 примерно должно быть. Ну, вот посмотрим. Так что вот так вот. Все, слава Богу.